И еще об одном конкурсе. «Покупаем Курское» продолжает знакомить жителей областного центра с местной продукцией. На этот раз посетители одного из супермаркетов попробовали сливочное масло, сыры и газировку. Прошли ли товары проверку качества у горожан, узнала Ирина Бобровская. Нежнейшее сливочное масло, сулугуни, брынза. Оценить качество продуктов Курской молочной компании горожанам предложил производитель. Дегустаторы остались довольны. Вначале покушала, потом купила. Очень вкусный, очень натуральный сыр. Масло хорошее. Вы знаете, я вот этот рулет постоянно беру. Мне очень нравится вот зеленью. Только Курское надо брать, я считаю. Сыровары масломолочного завода в деревне Татаренково уже более 10 лет работают только с лучшим сырьем. Сейчас в ассортименте компании почти 50 наименований. Мы закупаем в учхозе молоко, вся наша продукция проходит ГОСТ. Наша продукция не только вкусная, но еще и полезная. Проверенные временем тархун, лимонад, ситро порадовали горожан не только ароматом, сладостью и цветом. Исключительно натуральные компоненты. Вот за что борется производитель ретро-газировки «Курская биофабрика». Такие напитки можно не бояться давать детям. И наше пожелание от нашего предприятия всем горожанам и гостям нашего города – пейте только натуральные. Вкусно, в самом деле вкусно. Мне понравилось. Эксперты конкурса и обычные куряне уже оценили качество этих товаров. Теперь потребители будут голосовать рублем. Ирина Бобровская, Антон Латышев, телеканал «Сейм».